Ирландия, ах да, Изумрудный остров. Страна святых и ученых, как говорится, страна Гиннесса и веселья, как поется в песне. И на бумаге страна богатства и процветания, как заявляют они. Но постойте, давайте не будем забегать вперед. Потому что для многих из нас, живущих здесь, это богатство кажется таким же реальным, как горшок золота лепрекона в конце радуги. Конечно, экономисты говорят нам, что у нас бум. ВВП растет, безработица падает. Мы практически купаемся в евро, сделанных из трилистника. Вот только реальность на улицах выглядит немного иначе, не так ли? Как, например, попытка заплатить за аренду в Дублине с зарплатой бармена. Это наводит на мысль, а не иллюзия ли все это богатство? Тщательно созданный фасад, скрывающий трудности обычных ирландцев. Что ж, давайте заглянем за кулисы, что там. Поговорим о Дублине, сердце нации, бьющийся пульс ирландской культуры, а также, по случайному совпадению, самый дорогой город в стране, чтобы арендовать там шкаф. Серьезно, вам понадобится зарплата банкира, чтобы позволить себе обувную коробку в этом городе. 2000 евро в месяц за двухкомнатную квартиру. Конечно, и единорога в придачу дадите, да? Цены на жилье взлетают выше, чем рейс Ryanair после 6 пинт пива. Безумство может быть и могучим, но стоимость жизни заставит вас после этого просто сидеть в пабе. Дошло до того, что молодежь уезжает из страны быстрее, чем ты скажешь «Аллилуйя». Не совсем уж крутая реклама богатства нации, не правда ли? Ну, я не из тех, кто тычет пальцем, ладно, может быть, и из таких, но есть еще кое-что, что вносит свой вклад в это несоответствие между предполагаемым богатством Ирландии и реальностью на земле. Это государственные расходы. Каждый год правительство тратит больше денег на НПО и якобы государственные организации, чем можно найти в заднем кармане у Бона. Организации, занимающиеся продвижением всего, от ирландских танцев до ирландского сыра. Не поймите меня неправильно. Я люблю хороший риверданс так же сильно, как и любой другой ирландский парень. Но неужели это действительно приоритеты, в то время, когда люди изо всех сил пытаются сохранить просто крышу над головой? Это наводит на мысль, что правительство, как бы это сказать, помягче. Тратить наши с трудом заработанные евро, как будто они вышли из моды, а не на то, что действительно нам важно. Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что у нас тут царит уныние и мрак. В конце концов, мы ирландцы. Мы можем найти луч света даже в бокале Гиннесса. И на горизонте забрезжил лучик надежды. Видите ли, люди начинают просыпаться и чувствовать запах клевера. Они сыты по горло ростом стоимости жизни, жилищным кризисом и сомнительными расходами правительства. Есть ощущение, что нужно что-то менять. С каждыми выборами появляется шанс и надежда на перемены. Шанс избрать лидеров, которые будут ставить потребности простых людей выше интересов корпораций и окологосударственных организаций. Шанс построить такую Ирландию, где каждый сможет разделить процветание, а не только избранных. Не замечательно ли это было? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всего вам доброго. Берегите себя.